Уважаемые азовчане, приближается один из самых добрых и любимых праздников. Этот праздник ждет вся страна. С этим праздником связаны самые добрые ожидания, надежда на чудо, на новые свершения, на новые победы и успехи. Мы прожили с вами 2018 год. Этот год был наполнен яркими событиями, новыми открытиями, новыми победами. В жизни каждого азовчанина произошли наверняка хорошие события. Были взлеты, были и падения. Мне очень хочется, чтобы все невзгоды, все проблемы остались в уходящем 2018 году. А Новый год принес только лучшее. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с наступающим 2019 годом. Желаю вашим семьям любви, достатка, мира, счастья и мирного неба над головой. Дорогие азовчане, все мы являемся жителями нашего города, который нас объединяет. И все мы являемся как бы родственниками от Азова. И я хотел бы пожелать вам особой доброжелательности и уважения друг к другу в наступающем году. Чтобы не было в этом году печальных дней, чтобы всегда у вас была уверенность в завтрашнем дне. Здоровья вам, счастья и благополучия с новым 2019 годом. Дорогие азовчане, разрешите поздравить вас с наступающим 2019 новым годом. Пусть этот год подарит вам много радостных, запоминающихся и счастливых мгновений. Пусть все заветные желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбываются. Добра, тепла, гармонии и любви вашим семьям. Уважаемые земляки, дорогие азовчане, от имени коллектива Азовского музея-заповедника искренне поздравляю вас с 2019 годом. Пусть Новый год принесет в ваши дома радость, счастье, улыбки ваших родных и близких, оптимизма вам, удачи и успехов. Ну а как директор Азовского музея-заповедника я искренне желаю вам также бережно заботиться об истории родного края, как это делает коллектив нашего музея. С Новым годом! Дорогие азовчане, от всей души поздравляю вас с новым 2019 годом. Желаю всем здоровья, красоты и мира в душе и всего самого хорошего. А своему любимому, бесценному, неутомимому коллективу Дома детского творчества я желаю оптимизма и надежды на будущее. С Новым годом! Уважаемые азовчане, хочется пожелать мира и добра вашим семьям. Всего-всего самого лучшего в 2019 году. Дорогие друзья, проходит этот тяжелейший для всех нас год. Для страны тяжелый, для мира тяжелый, для вселенной тяжелый. Для каждого из нас очень трудный год. Впереди только самые лучшие, самые такие добрые надежды на то, что в год свиньи, там, и уж, наверное, в конце концов заживем, сколько ж можно. Сколько можно каждый год хотеть лучше, а получать, как всегда. В общем, будьте здоровы, счастливы. И всем доброго здоровья и настроения.